Итак, завтра в стране главные выборы президента России. Сегодня день тишины. Запрещена любая агитация. Предстоящие выборы главы государства уже седьмые по счету. За 27 лет через избирательные бюллетени прошли 34 фамилии. Статус, полномочия, права и обязанности. Хроника главных выборов страны у Лины Зинатуллиной. Президент России – глава государства. Он не входит ни в одну из ветвей власти, но в то же время обладает отдельными полномочиями всех ветвей. Он определяет основные направления внутренней и внешней политики государства и представляет страну в международных отношениях и является верховным главнокомандующим вооруженных сил. Стать президентом может гражданин нашей страны, достигший 35 лет и хотя бы последние 10 живущий в России. Это требование Конституции. Кроме того, дееспособность, отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство. Если кандидат имеет судимость за тяжкое преступление, зарегистрировать его могут лишь через 10-15 лет после ее погашения. Президент России избирается прямым, тайным, равным и всеобщим голосованием. Чтобы выборы состоялись, на участке должны явиться больше половины избирателей, а побеждает кандидат, набравший больше 50% голосов. До этого года президентские выборы в стране прошли уже 6 раз. В 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. Первым президентом России на 5 лет был избран Борис Ельцин. Тогда он набрал 57% голосов. Самый большой выбор у россиян был в 2000 году – 11 кандидатов в президенты, а всего 4 кандидата баллотировались на пост в 2008. Самая низкая явка избирателей зафиксирована в 2004-м – чуть больше 64%, а самыми массовыми стали выборы 1991 года, тогда проголосовали 3/4 россиян. В Татарстане популярность выборов президента страны росла с годами. В 1991-м явка лишь 63%, на прошлых выборах 2012-го – 83%. Срок полномочий президента в 2008-м был продлен с 4 до 6 лет. Именно настолько жители страны выбирают главу государства 18 марта.